Надо. И обширнее. Грубоватый юмор Сэма только прибавил в остроте, а сама игра вышла на новый виток в разработке шутеров. Помимо монстров и красивых мест, где они обитают, нас еще ждут, как обычно, небольшие загадки, решив которые, мы сможем двигаться дальше. И каждый шаг этого движения будут сопровождать ужасные и кровожадные инопланетные монстры. Это шутер. И шутер с большой буквы. Нет смысла рассказывать вам известную предысторию о том, как бродягу Сэма Стоуна забросили в прошлое, чтобы он там скоренько уничтожил инопланетного негодяя Ментала, главаря всех монстров, пока тот не набрал силу и не уничтожил человечество в будущем. Но история затянулась, Ментал оказался не таким слабым, мы уже прошли дорогами Древнего Египта, а вот теперь должны пройти саванны Южной Америки, исследовать архитектуру и зодчество аборигенов этого материка, индейцев майя и иже с ними. Однако не только по Южной Америке предстоит нам прогуляться в этой игре. Мы посетим также цивилизацию Древнего Вавилона, а еще отправимся в самое начало Средневековья, в эпоху крестовых походов на поиски священного Грааля. И везде у нас на пути будет стоять жестокий и кровожадный Ментал с армиями своих наемных и рукотворных чудовищ, о которых славный и бесшабашный Сэм Стоун вытрет ноги. Если это не так, шутеры не для вас. Отойдите от компьютера и играйте только в Лару Крофт или раскладывайте пасьянс. А теперь сама игра. Самое главное — это построение уровней. Если в первом Сэме уровни были построены в одной плоскости, пусть и с большими пространствами, то второго Сэма в этом упрекнуть невозможно. Структура уровней многоярусная и многоплоскостная. Лифты, лабиринты и ловушки просто наводняют каждое строение, они не маленькие, сами знаете. По степени количества загадок второго Сэма можно ставить в один ряд с тем же Томб Рейдером. Теперь, чтобы пройти какой-то уровень, придется приложить немало мастерства, сноровки и ловкости. Об умении быстро и логично мыслить я и не говорю. Как насчет того, чтобы попрыгать по телепортерам, да при этом еще и сразить сотню-другую врагов? В общем, друзья мои, не стану вам описывать и нахваливать игру Serious Sam Second Encounter. Советую, посмотрите сами и оцените все ее достоинства и, возможно, недостатки, которых, впрочем, лично я в этой игре как-то не приметил. Одно скажу, такого пространства и такого обилия монстров нет и не было еще нигде и никогда. Уровням нет конца и края, они насыщены секретами, оружием, здоровьем, всяческими приколами, забавными и веселыми шутками, которые как лежат на поверхности, так и скрыты от непритязательных глаз, для поиска которых надо затратить немало умений, наблюдательности и логического мышления. Еще один нюанс — Rocket Jump. На мой взгляд, разработчики сделали все возможное, чтобы свести к минимуму или сделать невозможным исполнение этого трюка. К этому располагает все, или очень низкие, или очень высокие стены, а также всякие строения на них. А то еще такая фишка, запрыгиваешь на стену, а тебя телепортируют обратно. Сделано это, скорее всего, потому, что очень много нареканий вызывало в первом Сэме возможность посредством Rocket Jump обойти целые уровни, не вступая в схватку с монстрами. Теперь разработчики сделали для нас все возможное, чтобы никто не уклонился от боя с армиями монстров и не покинул игру нечестно. В Сэме предусмотрен кооператив. Совместное прохождение игры. Как по сети, так и на отдельно взятом компьютере. Кто видел первого Сэма, поймет, что говорить о звуке и графике в серьезном Сэме – пустая трата времени. Таких точных, благородных и правильных линий текстур не знает никакая другая игра. Разнообразию цветов и цветовых оттенков может позавидовать самый изысканный вкус. И все-таки по сравнению с первым Сэмом количество и качество цветов и оттенков значительно прибавилось. В игре создается неповторимая атмосфера, радующая глаз и слух. Набор музыкальных тем в игре многообразен и широк. Это и рок, и классика, и блюз. Как только музыка зазвучала крещендо, зная, мы в поле зрения врагов. Снова спокойное и ласковое звучание, мы победили. Отбой воздушной тревоги. Смена музыкальных тем синхронизирована как с событиями, разворачивающимися в игре, так и с тем настроением, которое создает та или другая карта. С такой графикой и звуком играть сплошное удовольствие. Итак, Сэм Стоун окончательно отправился к звездам. Играть с ним было чертовски приятно, увлекательно и интересно. Другие игры по сравнению с ним напрягают и выматывают. Сэм же снимает напряжение, лечит нервную систему, радует глаз и слух.
Конечно, идет время, игра стареет как технически, так и морально, но ведь никто не отменял возможности выхода третьего Сэма.